Сборные. Ребята, Сборная Испании. сборная России играет против очень техничной сборной Испании. И мы сразу же выпускаем защитников Спартака вперед. Мы показываем, что мы будем играть в яркий атакующий футбол. Да, ну острейшую схему выбирает Петров, главный тренер сборной России. Главный тренер сборной России по шахматному футболу. Я предлагаю, если белые в этой позиции упустят выгодную возможность, всех футболистов белых переименовать в Фернандо Торрес. Так, ну а тем временем Икер Касильяс почувствовал настрой, агрессивный настрой российской сборной и решил убежать из своих ворот. Вот, а пока болельщики ЦСКА устраивают фарш на стадионе, прыгают, жгут. Они горцуют, они прыгают. Происходит. Я ничего не понимаю. Ребята, вы видите справа от себя, справа в экране, блокнотик, там написано, кто какое имеет обозначение. Ну пора болельщика Спартака. Ой, как, блядь. Мне кажется, Черышев с Кокориным могут по на Д6 и Д7 взаимодействовать. Они на сигарете пока. Хотя попадают под... Нет, в случае Черышев Д6... Да. Белые отвечали F4 и... Да, но такая идея есть. А не сыграть ли нам ежа? Это сборная России, какой ёж? Мы провоцируем, да, на вот этот вот размен. Известный российский тренер Александр Гельман часто не рокировал ежа. И ходил аж 5. Да. Да. Эта схема была популярна в начале 5 века до нашей эры. Но с тех пор футбол немного изменился. Да, ну, конечно, но эта схема достаточно зрелищная. И много красивых матчей мы видели. Итак, по такой схеме. Денис Черышев пока самый активный игрок. Единственный, кто пытается пересечь свою половину поля. Мне кажется, пока дела у нашей сборной просто прекрасны. Обратите внимание, что Черышев молодой футболист. Он не уважает авторитетов нисколько. Даже против звездной сборной Испании. Да, и вопрос. Проявляет себя весьма активно. А где наш бомбардир? Где наш лучший игрок? Где? Надо переводить его ближе к воротам. Где Широков? Слишком в глубине он. Кокорин, Широк. Кокорин. Куда там нашего единственного болельщика ЦСКА деть? Кокорин слишком в глубине. А болельщик ЦСКА, по-моему, пошел не туда, вообще не туда. По-моему, болельщику ЦСКА глубоко насрать на футбол, он решил сесть внутрь в стойло. Да сколько можно прыгать? Так, ребята, что это за ход? Тактика. Да, обе команды взяли небольшую паузу. Да, и такое ощущение, что сборная Испании трещит перед мощью сдвоенных березутских. Сборная Испании просто не хочет играть. Зажрались. Да, ну все через одного футболиста действует. Ну разве так можно? Где вариативность, разнообразие? Есть интересный... А нет, интересный удар. О, нет. Черышев уходит с поля, но... Да. Но его место занимает болельщик ЦСКА. У нас новый лидер. Опа. Да, но... Черышев вторгается в расположение соперника. И мы отъедаем фигурку, ребята. Да, но это разгром. Вася и Лёша все сделали как обычно. Отлично. Отличный гол забивает Березуцкий. Причем это гол обоих братьев Березуцких. Они его создали, и это победа. Да. Блестяще. Спасибо.